Компуктер, компуктер. Часик радости и сладости, Кане. Сегодня опять у меня для вас неутешительные вести. Давайте перейдем сразу к делу. Вам знакомо это слово, Шурик? Фэшн. Фэшн. Что значит фэшн? Хирус. Фэшн, ну это вроде как мода. Гламур, все блестящее, худые 40-килограммовые модели. Вроде бы все ничего, красота да и только. Но ты ничего не видишь преступного вот в этом слове? Фашион. Фашион. Тебе это ничего не намекает? Ни о чем не намекает? Фашист. Фашон. Значит, фашон. Это тонкое, завуалированное, скрытое, имплицитное название. То есть видишь, откуда идет пропаганда? Видишь, откуда она идет? У меня просто слов нет. Сколько это? Миллионы людей ведутся на эту шнягу. Так, ладно, с этим разобрались, но... За святое взялись. Смотри. Вот ты играешь там в шкуре какую-нибудь песенку, да, там. Так вот, ля минор. Вот этот девственный, нетронутый, чистый ля минор, сладкозвучный. Ты играешь, а потом вдруг резко решил, знаешь, перед ней, ну, немножко так, повыделываться, бравировать начинаешь. И берешь такой барре. А что это у нас за нота? Фа. Нота фа. Ты чувствуешь, откуда ноги растут? Нота фа. Фа. Что это значит? Фа. Это значит фашисты. Понял? Фашисты. Хиканы, я вас заклинаю никогда не брать вот этот аккорд. Фа. И вообще с гитары надо поубирать все ноты фа. Вы знаете, к чему это может привести? Вы думаете, что это совпадение? А я не думаю. Шури, вот как ты можешь прокомментировать всю эту ситуацию? Давай вот прямо сейчас возьмем и выбросим и сожжем твою гитару, точнее, твоего Жанкина. Ни хрена, она уже моя. Я ему не верну эту гитару. И чехол, кстати, тоже. Ты фашист, что ли? Видишь? Вот тебя тоже обуяла вот эта сила. Ты, наверное, часто аккорд. Фа берет. Ой, видишь, сейчас играю. Вот сейчас это пропаганда. Так, кстати, нет, я еще не научился брать фа. Не научился и не надо. Значит, ты еще не до конца поглощен этим злом. Иконы, я к вам обращаюсь. Будьте бдительны. Если бы не я, представляете, сколько миллиардов. Сейчас, естественно, мы сядем, петицию начнем писать, чтобы запретить вот этот злостный, вот этот всепоглощающий аккорд зла. Я вас призываю никогда больше не брать в своих песнях и рассказать всем друзьям об этом. Иконы, берегите себя. Иконы, подписывайтесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе последних событий, чтобы всегда знать, что есть добро, что есть зло. Можете заказывать у меня рекламу, сигну и донатить нам с бабули на бичпакеты. Слава Иконам, бабули слава. До новых встреч. Берегите себя. Будьте бдительны. Пока. Компуктер. 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 Компуктер.